Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может вырасти до 8 раз. Нынешних 7 тысяч прогнозирует ВОЗ, а последствия катастрофы затронут десятки миллионов человек. С какими основными проблемами сталкиваются жители двух пострадавших стран? Проблемы Турции и Сирии после землетрясения только начинаются. По оценкам ВОЗ, последствия катаклизма затронут десятки миллионов человек. Число погибших в Турции на данный момент превышает 5,5 тысяч, а в Сирии Международный Красный Крест оценивает потери в 1500 человек, но в процессе разборов завалов цифра может вырасти до 8 раз, считает ВОЗ. О первом дне после катастрофы Андрей Ермашков. Все, что вас окружает, исчезло. Удобные излишества, вроде такси или доставки продуктов, столпы повседневности, вроде работы или отправки детей в школу, настолько привычные вещи, что ты перестаешь их замечать, вроде интернета или электричества. И даже базовые основы, вроде тепла, пищи или доступа к питьевой воде. Вокруг развалины вашего дома, руины района, полуразрушенный остов города. Спрятаться от зимы нельзя даже в зданиях, которые устояли. Сеть переполнена видео обрушения вроде бы уцелевших домов на следующий день после катаклизма. Переночевать у друзей или родственников не получится, обратиться за помощью не к кому. Все живут тем же кошмаром. Рассказы уцелевших жителей турецкого Кахраман Мараша публикует Аль-Джазира. Наши дома пострадали, мы не можем туда вернуться. Мы с утра ничего не ели, дети очень голодные. Нам до утра здесь мерзнуть и мокнуть. Нам некуда идти, негде переночевать. У меня теперь нет даже кровати. Мы едва успели выбежать из дома. У нас четверо детей, и мы выскочили с ними в последний момент. Несколько соседей остались под завалами. Все очень плохо. Мы сидим без еды и воды. Это ужасно. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, последствия рекордно мощного то ли за 100, то ли за сотни лет землетрясения на границе Турции и Сирии затронут 23 миллиона человек, в том числе более миллиона детей. Ожидается, что данные по погибшим вырастут чуть ли не в 10 раз, что неудивительно, когда уже в первый день в Турции насчитали более 5000 разрушенных зданий. Выжившим придется выстраивать заново не только свою жизнь, но и жизнь всего региона. В 10 затронутых провинциях Турции объявлен трехмесячный режим чрезвычайной ситуации. Еще тяжелее ситуация в Сирии. Как говорят агентству France Press, местные жители, разрушений сейчас больше, чем за все годы войны. Продолжает в эфире PBS директор гуманитарного НКО Mercy Corps по Сирии Киран Барнс. Наша команда базировалась на северо-западе Сирии, и это один из наиболее уязвимых регионов страны. Еще до землетрясения там была весьма ограниченная инфраструктура. Сейчас главное восстановить электроснабжение и связь, чтобы мы могли связаться с командой и узнать ключевые потребности пострадавших. Скорее всего, первоочередной задачей станет обеспечение временных убежищ. Дома разрушены или повреждены, а в ближайшие дни ожидается похолодание. Людям нужны теплые пространства, матрасы и одеяла. После этого мы должны будем оценить ситуацию с питьевой водой. Многие люди в регионе уже 12 лет с начала сирийского конфликта живут во временных жилищах. Им ежедневно требуется вода, а многие источники и водоколонки теперь повреждены землетрясением. Чтобы помочь пострадавшим от землетрясения, можно сделать пожертвование турецкому госагентству АФАД, Красному полумесяцу или другим турецким и сирийским НКО, однако перевод средств может быть затруднен из-за санкций. Гуманитарную помощь принимают в представительствах Турции в Москве, Петербурге, Казани и Новороссийске. Среди необходимых вещей – палатки, одеяло, зимняя одежда, обогреватели и внешние аккумуляторы. Число авторшоков после землетрясения стало сокращаться, сообщают европейские сейсмологи. Однако россиянам рекомендовали отказаться от поездок в сейсмоопасные регионы Турции из-за опасности землетрясений в центральной и южной частях страны. Отели Анталии выделят 15 тысяч номеров для пострадавших от землетрясения. Сейчас к размещению пострадавших готово 222 отеля с 1000 свободных комнат, заявили Средиземноморская ассоциация туротельеров. Число отелей, готовых присоединиться к программе, продолжает расти. Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии сообщает, что землетрясение сдвинуло Аравийскую плиту на целых 3 метра. Напомню, это малая часть земной коры, на которой расположен только Аравийский полуостров. Обычно плиты движутся на 2-3 миллиметра в год, а при сильных землетрясениях на расстоянии до 30 сантиметров ученые предупредили, что риск возникновения новых интенсивных толчков сохраняется.